врачей и сторон Петрограда. Он не знает Петровских дворов и Гаковских мест. Он не сможет тебя никогда проводить до парадной. Да и ты не узнаешь, какой в его доме подъезд. Но у твоей Москвы ей не поняли, стало в общем что-то, наверное, вы. И Светлоокун спорит буквы тут, он опять за Варейбрик, а ты за Варюр. Ты услышишь, как нежно звучит мариинская арфа. Он увидит иного Малевича в светлых тонах. Ты привыкнешь зимой согреваться зенитовским шарфом. Он пройдет по Дворцовой в твоих красно-белых штанах. Ведь у твоей Москвы и его небы стало общее что-то. Наверное, вы и Светлоокун спорит буквы тут. Он опять за Варейбы, а ты за Варюр. У твоей Москвы стало общее что-то. Конечно же вы, ну конечно же.